Доброго времени суток, уважаемые зрители и дорогие друзья. С вами Даня Океанов, и вы сейчас смотрите новую рубрику на нашем канале, которая называется VK Join. В этой рубрике мы будем знать мои странички, заходить через них в контакт и будем всякому прикаляться, раздувать и делать разные смешные и не смешные шутки. Ну кому как. А потом с логин и пароль, который вы сейчас видите на экране, будем просто отправлять в описании под ролик. Пойти. Так, Настя, Украинка, короче. Так, что мы видим? С колосками всякие. 2 часа назад, смотрите, она была в сети 2 часа назад. Да. Ребята, я попытаюсь, конечно, без мата всякого общаться, но мне кажется, матом будет веселее, поэтому иногда будем пользоваться им. Мы заходим в друзья. И еще кто онлайн? Итак, что же он ответит? Блин, у меня бесит, что иногда они отвечают по 1000 лет, и поэтому, если сейчас из ее друзей никто не ответит нам, то получается мы просто, ну, из моих друзей над кем-нибудь прикольнемся. Пожалуйста, кому? Жесткому же скачу. Татьяна Гудова. Отстань от меня. Сувенира. Что за бред? Ну ладно. О. Я тебя люблю. И буду писать, ты же особенный родной друг. Бе-бе-бе. Вот прикольно то, что iPad собирает ошибки. Давайте что-нибудь выберем из... Ах, нет. Там вообще какие-нибудь... Видите? Фотки у меня на iPad, которые вам не надо видеть. Нет, у меня там ничего такого нет, но просто вдруг там что-нибудь такое есть. Хотя, ну ладно, пофигу. У меня ничего такого нету. И это хорошо. Вот я лимбо снимал. Сейчас оно монтируется. Так, отправим ей, знаете что? Ха! Давайте отправим. Тупица! Ты тупая? Я сказала тебе, не пиши. Я тупая, прости. Ха! Тупица! Ну, неплохо получилось, в принципе, да? Что же она ответит? И страсти накаляются. О, как у вас? Ну, давай. Так, отправь мне, я по-твоему шучу, сука? Ничем не могу помочь, ты будь моя незачима. Я по-твоему шучу, сука? Эй, сука, я по-твоему, я вообще не шучу так-то. Тут все серьезно. Так, отправь мне, давайте намек небольшой сделаем, отправь мне вот это вот ей. ГТЧ, офы, как-то. ГТЧ. Итак, ждем ответа. А, нет, давайте, короче, сюда найдем меня, да? Давай. Пишем. Океанов. Где я? Нифига у вас дофига. Офигеть, в жопе сам. Ну и ладно. В жопе так в жопе. Бам-бам-бам. Так. И где же? Кого бы отстралить? О, я подумал. Давайте вот. Нет, его не будем. Итак, мы затралим. О, онлайн. Приветик. Итак, сейчас будет что-то с чем-то. Так. Молитву прочти. Что, с ума зашла? Она, походу, зашла. Соси хер. Смотрите, и русская, он, верно, тоже с ума. У меня шок. Что мне делать? Смотри, пишем быстро-быстро, пока есть время. Опа. Все, больше не даст свету. Так, Ирочку мы заблокировали. Надеюсь, надо удалить. Пока она не успела почитать. Итак. Вот смотрите, ребята, как это смешно. Ируська. Наверное, кто-то сломал мою страницу. У меня шок. Что мне делать? Молитву прочти. Затралила вообще подругу. Ой, соси хер. ГТМ Channel одобряет. Все, ГТМ Channel одобряет. ЭПМ. Так, видимо, я пароль и логин на эту страницу не отправлю, потому что она пароль поменяется в скором времени. Но если поменяют, то это будет довольно-таки неплохо. Так, отправим сообщение. Так, милый пока что будет отвечать. Ну, пусть... Давайте, короче, изменим у него на странице все. Да.
Не, ну просто тралить это надо всегда. О, чувак ответил, давайте скорее. Все. Видимо, этот парень разволновался, и сейчас он будет отвечать. Ой, чувак, видите, волнуется, Влад. Паша, слышал? Жди завтра с ним встречи. Он тебя встретит из школы. И тогда тебе мне позволится. Про Мишу волнуется уже по всему. Мне кажется, сейчас её добавят в бан-лист ещё. Ну, это может быть смешно, да. Так, я ужасно этого хочу. Ох, чувак, так разломался, что начал по-английски говорить. Я вот этого чувака знаю немного. Он вообще, блин, английский нифига не знает. Вот чё это? Что случилось? Ты говоришь об этом? Я уже сказал. Иди встречи. Да. Верниша обосрётся, походу. Такой конь. Конь такой. Ну, неплохо, да? Вот чувак, видно, заволновался, понял то, что взломали, и поэтому мы начали, пишем. Гуф, Вэнк. Блин, он добавил нас сначала на список быстрее, чем мы его. Ну и ладно. А, это его, он удалил страницу от страха, что ли? Он удалил страницу от страха в натуре. Пользователь заблокирован или удален? В смысле? Офигеть. Ну мы затралили его, да, он затралил. Ребят, без мата никак. Это как бы я пишу, я ведь не говорю это. И в пентре его знаток нашелся. Ты, а? Я точно. Все, есть. Есть? Ну, скорее всего, он нелегко отделается. Ну, хотя вообще ему ничего не будет. Мы с Максом взломали страницу мужчин, додумались за того, чтобы это снимать на видео. После не всегда успешно получается это снять. И мы, короче, представляете, я такой, просто сижу, тралю чувака, и так жестко его тралю, у него бомбит вовсю. Он просто меня обзывает, посылает, я такой спокойно просто напишу, у него бомбит. Он потом меня взял в черный список, добавил, когда я отправил ему хэштег какую-то им тянул. Но это вообще, они такие лалки. Так, и напишу ему напоследок. Yes. Мы успели его заблокировать, и он не успел нам написать. Ура! Затралили трех людей. Один вообще страницу удалил, другой. А другая чё? А, другому тоже заблокировали, потому что там догадалась, ну, кое-кто. Потому что та зашла через страницу. И другого тоже мы затралили. Ну, в общем-то, и все, да? Для первого выпуска неплохо. С каждым выпуском было все смешнее и смешнее. Потом будем с Максом в своё место сидеть и прикаляться. И будет все смешнее и смешнее. Но это просто первый выпуск, вот приветствие, как бы, ознакомление. Вот с вами была Наталья Горига. Не знаю, как её называть. С вами был Даня Океанов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео. Потом присылайте страницы тех, над кем можно раздуть. Мне, ВЛС и Максу, ВЛС. Видео будет все лучше и лучше, как я уже сказал. Все. Логин и пароль от этой странички будут в описании. Но, скорее всего, она уже поменяет пароль к тому времени, как выпущу видео. А, ребят, простите. Уже поменяла пароль. Все. Видите, вот такой у нас конец эпичный. Так резко поменяла пароль. На следующей странице, надеюсь, мы будем просто сменивать пароль, чтобы как можно дольше затянулось. Вот я просто не подумал поменять пароль. Ну все, в следующем выпуске уже будут ссылки в описании на логин и пароль. А с вами был Good Time Channel. Всем удачи и до скорого!